Ваш пилон атакован. Керриган? Откуда нам было знать? Я возвращаюсь в пустоту. Их слишком много. Прости меня, великий Тассадар. Мне не хватило сил. Друг Рейнар, теперь ты увидел правду. Некая злая сила из пустоты стремится уничтожить все, что нам дорого. Этот падший, неужели он Зелнага? Неужели сами боги желают нашей смерти? А Керриган, я до сих пор не могу поверить, что безумная и жестокая королева клинков сможет предотвратить гибель всего сущего. Рейнар, вскоре судьба Керриган может оказаться в твоих руках. Я знаю одно, она должна выжить. Будь осторожен, мой старый друг. Гончие пустоты уже идут по следу. Тебя, брат. Может, пропустишь стаканчик? В последнем видении, заложенном в кристалл, мне открылось будущее. Последняя битва с гибридами. Армагеддон. И предотвратить это могла только Керриган. Кто знает, как все обернется. Цикл следует за циклом. Я знаю лишь, что заглядывать в будущее надо с большой осторожностью, ибо это и великий дар, и проклятие. Но можно ли его изменить? Или все предопределено? Мне нужно знать. Кто знает? Помню, ты однажды сказал, мы сами выбираем свою судьбу.
Если это так, то будущее предсказать нельзя. Джейми, ты что-то белый весь, как привидение. Тебе срочно надо что-нибудь выпить. Давай-ка обсудим дела. Предлагаю тост. Какой все-таки забористый майтай у старика Купера. Рад тебя видеть, командир. Как оно, друг? Угостить вас, сэр? Дом, милый дом. Соскучились по домашней еде? Заскочите в заправку «Гриль Куппе». По вторникам две порции мутокрылышек по цене одной. А при заправке смена плазмы бесплатно. Заправка «Гриль Куппе». Домашний уют в ледяной пустоте космоса. Забавно. Иногда до сих пор чувствую себя копом. Только теперь у руля плохие парни. Эй, ковбой, на тебе лица нет. Опять думал об этой мадам? Вроде того. Я узнал, что может случиться, если мы ее не спасем. А мне так гадать о будущем последнее дело. Впрочем, ты всегда можешь положиться на меня, если что. Я бы очень хотела провести пару экспериментов, но сомневаюсь, что вы согласитесь дать на пробу образец своей мозговой ткани. Сэр, почитайте отчеты на консоли исследований. Вас наверняка заинтересуют некоторые разработки.
сэр. Вы явно не в себе. Что стряслось? Зератул позволил мне заглянуть в будущее. Я видел конец света, Мэтт. Армагеддон. Огромная, больше, чем можно представить, армия протосов сражалась с гибридами и не могла их остановить. А как же Керриган? Разве не она должна была остановить их? В том будущем, которое мне показал Зератул, она была мертва. Мы убили ее. Вот что Зератул пытался донести до нас все это время. Она должна выжить, иначе все мы обречены. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держит всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одну из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип. Но он единственный, кто сможет взломать этот код.